Ребят, хотел также сказать о таком человеке, уважаемом, как Захарий Калашов. В другом мире он известен более как Шакро Молодой. Также кто-то говорит, что он вор в законе международного уровня. Я этого не говорил, он этого не говорил, никто этого не доказал и не докажет, поэтому мы об этом не говорим. Но что хочу сказать по последнему его делу, в котором его закрыли, да, там якобы перестрелка была и так далее. Там сам Захарий Калашов не участвовал, но его люди, которые были, они применили необходимую оборону, потому что их бы застрелили просто насмерть, а если бы они не начали защищаться. Вот, поэтому то, что их там закрыли, Захарий Калашов, ребят, и также самого Захарий Калашова, все это является незаконным, ребят.